Швеции сгорели приюты, в которых власти собирались поселить беженцев. Полиция уверена, это был спланированный поджог. Пострадали три здания бывшей тюрьмы возле города Борос на западе королевства. Комплекс пустовал несколько лет. В ближайшее время туда должны были заехать около 150 человек. А на юге Швеции, в местечке Клипан, неизвестные подожгли школу. Она тоже должна была стать приютом для беженцев. Открытое несогласие с миграционной политикой Европы выразили ультраправые активисты во французском Кале. Протестующие сложили костер из автомобильных покрышек и устроили дымовую завесу. Они также взяли под контроль мосты, по которым беженцы приходят в город. Пресечь беспорядки пытается полиция. Несколько активистов задержаны по подозрению в нападении на мигрантов.